Всем здравствуйте, ребят, всем здравствуйте. Сегодня мы продолжаем проходить Dead Space или Dead Space, да. Не знаю, что там Dead, не знаю, что такое Space, или что? Кого нахуй? Что ты несешь-то, не знаю. А, ничего не несу, что мне нести, бля, груз, что ли, нахуй? Никакой груз, бля, я сужу, да что, блядь, ты несешь-то, нахуй? В общем, игра очень интересная, пока что еще непонятная до конца, что происходит, в принципе, да, на корабле. Вот, по предыдущим сериям вы могли узнать, кто смотрел. Мы нашли записку на данном корабле, что где-то там, внутри корабля, проводились какие-то эксперименты над обычными людьми, мы такое осуждаем, конечно. Вот, и из-за этого у них началась какая-то мутация, вот, у людей, и те, кто над ними, ученые, которые над ними проводили эксперименты, из этого это не сконтролировали, и все, ББ нахуй. Но до конца непонятно, что с нашим, блядь, товарищем, потому что нам, помните, в предыдущей серии, ну, ссылка в описании, конечно, или вот в подсказках, сейчас выскочила предыдущая серия, нам наша, скажем так, ну, подруга, не знаю. Ну, короче, девушка сказала, что наш товарищ что-то да знает, он что-то скрывает от нас. Вот, и такое, конечно, такое. Я не знаю, узнаем в этой серии, что от нас он скрывает или нет, но посмотрим. Поэтому сажусь поудобнее, там, кофеечек, чаечек, да, кто что любит. Политик обязательно, потому что, ну, такие традиции на канале, что такие вот традиции, да. Вот, хорошее настроение, если нету, то, надеюсь, я вам его как-то подниму. Вот. В принципе, все. Усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. О, привет! Так. Блядь. А чё с мышкой, блядь? Чё? А, ну нормально. В общем, мы тогда тут побегали, помните, ребята, здесь остановились, и я такой сказал, что, ну его нахуй дальше идти, в принципе. Вот, пошлите дальше, что посмотрим, что... Так, у нас что есть сейчас в портфеле? Средняя аптечка. Это что? Дай-ка малую аптечку использую сейчас, чтобы, ну, чуть восстановить силу, скажем так, и хпшку, точнее. Ну вот. Да еще бы надо вспоминать, что тут туда как, потому что я не играл что-то очень долго в эту игру, и, в принципе, и в другие игры тоже. Вот. Вот. Что здесь? Что это такое? Смотрите, какие-то... Опа! Защитный костюм 3? А ну-ка! Вы понимаете, ребят, у нас теперь есть защитный костюм. Это какие-то капсулы, так понимаю, или что? Какие-то капсулы. Ну, такое, типа. Айзек, черт, ты напугал меня. От этого места мурашки. У нас только что влетел гребаный астероид. Слушай, я знаю, Кендра не доверяет мне, но я действительно ничего не знаю ни об обелиске. Ага. Ага. Вот это каша. Рассказывай, блядь. Система метеоритной защиты. Я могу починить платы, но с основным питанием проблема. Ты должен будешь вручную перебросить питание минимум от 3 распределительных щитов, чтобы энергии хватило для главного орудия. Но сначала надо запустить служебные лифты службы безопасности мостика. Они подвезут нас к щитам. Слушай, Айзек. Будь осторожен. Я там что-то видел, не знаю что. Видел краем глаза. Но это было огромным. Просто гигантским. Ну явно, блядь, не маленьким, слушай. Мы тоже тут много чего видели. Блядь, чел, ты какой-то подозрительный. На самом деле, да, он что-то скрывает, я думаю. Эй, блядь. Хуило, блядь. Ахуило. Бля, вот будет интересно, он будет главным боссом в конце игры или нет? Текстовое сообщение. Журнал разработки. Даллас А. Бригадир, второй инженер. Число погибших растет, пока достоверно. Известно о смерти. Арнольд, ага. Эшек Бау, Борис Тиран. Ну, короче, понятно. Ебать, смотри, сколько... Ё-моё. Ты смотри, ёпта. Жесть. Понятно. Ну, он что-то скрывает нас, чел. Это очень что-то скрывает. Ну, мне прям так кажется. Вот. Мне интересно, кто будет... Бля, вот я надеюсь, что он не будет нашим главным боссом, потому что, ну, такое, знаете, такое. Кто знает. Ладно, поехали. Так, нам куда? Нам наверх.
Это что сейчас было, блядь? Что это за хуйня вообще? Дальше кто-то наверху будет, да? Давай, блядь. Чё, нет? Так-ка я вот это, блядь, возьму нахуй с собой. Так, давайте-ка сразу сохранимся, блядь. Ну его нахуй, блядь. Бля, ну, конечно, жестко. О, на Ctrl еще можно, нихуя себе. Куда нам? Лифт? Что? А, он закрыт. Ну, все, все, пошли. Извини, что два раза нажимаю. Ебать, ты что за хуйня? Ой, блядь. Спину. Блядь, отстань нахуй от меня, блядь. До свидания, блядь. В спину и страть. А как я должен в спину и попасть-то нахуй? А, отсосёшь, блядь. Он прям за мной бегает, блядь. А, он истекает кровью, смотри-ка ты. Блядь, что это за хуйня? Блядь, иди ты нахуй. Ага, в спину стрелять вот сюда, что ли, блядь? Ага. Бля, беги, беги, бля, братан, беги нахуй отсюда. Перезаряжайся. Блядь, нет, отстань от меня. До свидания, блядь, я с вами не дружу. Нет, мы не телеканал НТВ, блядь, мы не РЕН-ТВ, блядь, до свидания, блядь. Мне НТВ нахуй. Бля, я прям слышу, он прям рядом, блядь. Нет, мы не НТВ нахуй. Давай, блядь, хуило, блядь. Блять! Он меня прям нормально так ёбнул, кстати. Давай, хуило, блять. Посмотрим, кто из нас, блять. Бля, надо бегать от него, я понял, блять. Конечно, ты как баран, да, я так понимаю, блять. Блять! А чего нахуй? А чё он такой жесткий-то, блять? Блять, беги, мужик, мужик, беги нахуй от него. Ему надо в руки стрелять, я понял, окей. Давай, давай, залупа, блядь. Садись нахуй, блядь. А, видите, у него какие-то желтые зоны есть у него. Что это за зоны? Еще бы понять, что это за зоны, нахуй. А, сейчас ему похуй, понятно. Блядь! Да, такое. Как мне перезаряжаться? Короче, я так понял, надо в руки стрелять, да? Вот это в желтые штуки надо стрелять. И в спину, в спине вот эту желтую хуйню тоже надо стрелять. Да, понятно, короче. Так, ну давай-ка нахуй. Как мне перезаряжаться только, блядь? Непонятно нахуй. Понадобится сразу сюда. Тогда уже уж. Да. Ну давай, хуйня, блядь. Прыгивай, давай, давай, давай. И сейчас он бежит на меня. Ну, давай, 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 беги. Да я в курсе, блядь. Куда мне в спину ей стрелять тут? В эту хуйню, что ли? О, перезаряжайся, давай, мужик, беги, нахуй.
Давай, 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 иди сюда, блядь. А, ну понятно, как его убивать, понятно. Сейчас бежим от него. Короче, понял, как я его убивать, окей. Давай, давай, Злупкин, блядь, выходи нахуй. Отсосёшь, блядь. Да отсосёшь ты, ёпта, блядь. Ух, нихуя. Нормально ты такой, блядь, братан. Нормально ты такой, блядь, слушай. Сейчас он будет жестче, да? Все, я использовался еще. Сейчас он становится агрессивным, блядь. Он промахивается. Он, короче, как этот, знаете, как бык, как будто, блядь. Как будто как бык, типа. Не очень сложный, конечно. Перезаряжайся, мужик. Все, погнал. Погнал, 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 погнал от него нахуй. Я сколько у него хп-то, блядь? Сколько у тебя хп-то, мразота, блядь? Сейчас побежит на меня. А, ну все, упал. Понятно, блядь. Так, ну сейчас это хуёво, что пропустил, конечно, от него. Да отсосёшь ты, блядь, ну ёпта. Говорю же, отсосёшь, блядь. Блядь, беги! Ну его нахуй, блядь. Ты за лупу, блядь, конскую нахуй. А-а-а, вот так, да? Не, не очень сложно. Не очень сложно, сам... На самом деле он не очень сложный, по факту. Он как бык просто действует. Типа, ты в него стреляешь, он начинает на тебя бежать, промахивается, и ты потом вот так не будешь. Да уж. Блядь, ну это жестко, кстати. Ну, типа, такой мини-босс, нахуй, хули. Нормально, блядь. Так, что у меня тут есть? Осталось. 16 патрон. 10 у нас. 10. Ну все, погнали, что. Да, ну такое. Такое, блядь. Новый монстр называется. Чего, блядь? Ты, блядь, ты знаешь, смотри, ну, с кем я сейчас дрался, блядь. Ты смотри, блядь. Сделай нас единым, блядь. Сделай нас единым, нахуй. А, блядь, как нахуй? Войти в тебя, что ли? У тебя здесь нету почему-то. Так, подожди-ка, дай-ка я пойду сначала сохранюсь-ка, да? Я вот, да, я вот знаю, я один раз вот не сохранился в игре, и вот, и да. И пара-пара-пам, и все, блядь, и весь, нахуй, результат на смарку. Поэтому, нет, сохранимся сначала. Сначала сохранимся с вами. Потому что, ну его нахуй. Он реально как нас видел, он как носорог, типа, херачит, а прячется как этот, как черепаха, что ли. Типа, у них шпанцер тоже жесткий. Короче, ладно. Но это было не очень сложно, на самом деле. О, верстак! Опа-на! Сюда-ка. Опа, нихуя. Ну, денежки мы, кстати, копим тоже с вами. Так, где еще у нас деньги? Не, патроны, кстати. Патроны, патроны, это очень хорошо. Это очень хорошо. Так, что у нас здесь? Ничего. Бля, в этих ящиках что-то есть. Я уверен, что в этих ящиках что-то есть. В этих ящиках должно быть что-то же. О, так, у нас сколько узлов с вами? Один или два? Три. У-у-у, сюда. Так, 100% мы сейчас с вами здоровье качаем. Это, блядь, вообще без разговоров. Нет, подожди, подожди. Я хочу вот это. А, ну то есть мне нужно вот это, да, сначала. Ну, блядь, кто бы сомневался, нахуй. Да, прокачаем здоровье 100%. Так, теперь мы отсюда выходим и давайте, значит, с вами прокачаем еще. Я думаю, будет лучше прокачать плазменный, хотя, блядь, плазменный. Или сохранить все-таки пока что.
плазменный резак все-таки, может быть, реально прокачать. Давайте прокачаем, типа, я его прокачаю. Что тут урон у нас, да, с вами? Ну, естественно, блядь. Как-то так. Ну, хотя бы так, типа, сделаем с вами, ребят. Опа. У нас теперь раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Пять теперь у нас с вами, понимаете, долек. Долек здоровья. Так, и чё, где? А где лифт-то? Алло. Склад. А лифт? А, ну, я включил точно. Да. Вот лифт, кстати. Нам сюда же? Да, нам сюда. Ну-ка, я не доверяю этой хуйне, блядь. Так, ну, короче, заходим. Да. О, видеосообщение, кстати. Видеосообщение. Вас будут судить за мятеж. Кейн, да заставьте же их прислушаться. Спокойнее, Бен. Держите его. Согласно статье 54.69 уложения флота, я отстраняю капитана Бенджамина Матиуса от должности. Обелиск необходимо передать церкви. Терренс, пожалуйста. Мне жаль, Бен. Я не могу тебе этого позволить. Предатель. Еретик. Держите голову. Убийца. Держите его. О. Ебать. Он мертв. Вы убили его, доктор. Нет, это случайно. Я хотел остановить его. Арестовать. Ого, значит, доктора арестовали. Доктор его убил. Бля, ну это жестко, это жестко. Мы узнали нового монстра с вами. Увидели нового монстра такого здорового, типа мини-босса, да? И узнали кое-что новое. Но все равно пока что непонятно, типа, как и почему здесь, типа, это все образовалось, как они мутировали, почему, блядь, ну, никто не спасся и тому подобное. То есть, такая хуйня. О. Сохранёнка. Я, блядь, а можно открыть? Так. Слышите, кто-то что-то говорит, да, так нашёптывать? Вот так вот, блядь. Ну, конечно, мы сохраняемся сразу же, потому что, ну, не очень хочется потом охуевать. Силовой резак. Па. Ну, явно здесь что-то, да, сейчас. А, ну, блядь, конечно. Я, блядь, не понял. Здесь лут. Мало. Бля, нам аптеки дают не просто так. Значит, какая-то хуйня сейчас будет, да? Ну, блядь, естественно, блядь. Ну, я так и знал, что ты, блядь, залупа ебучая нахуй. Я же, блядь, тебя видел, блядь. Я же знал, что ты. Вот. Да-да, хотели наебать, но не получилось, знаете. Бля, капец. Хватит пиздеть, что там кому-то пиздишь-то, блядь. Так, еще патроны на типа пулемет и на снайпу. Ну погнали, что туда, получается. Потихонечку пойдем. Еще какая-то хуйня выскочит, я уверен, блядь. А. Окей. Куда нам идти? Ну, естественно, блядь. Открыть нет, нахуй. Так подержи, блядь.
Блять, ну я другого ничего нахуй не ожидал. Ну здравствуйте, блять. Это что, блядь? Это чё там за хуйня? А, вот эти... А, ну давай, давай, давай. Отсосёшь, блядь. А, всё нахуй. Всё, блядь. Да выёбывался, блядь, мальчик. Что, как мне их проходить? Вот так, что ли, сбоку? Блять! Ты, блять, залупа, не пугай меня, нахуй. Ну давай, блять, повыебывайся. Давай, давай, давай. Давай, давай, иди сюда, Давай, 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 иди сюда. Давай, давай, ну прыгай. Ну давай, давай, иди сюда. Ну давай, давай, иди сюда, блять. Иди сюда, хуйня, блять, я тебе говорю, блять. Давай, давай. Ну иди, ебать, что ты нахуй там? Пуляешь своей хуйней-то, блядь. Иди, иди. А, ты злупа, ебать. Смотри, какая конская нахуй. А, блядь, сосёшь, блядь. А, продуманный, блядь. Таки понял, что сюда лучше не идти. Так, ну, мне получается тут идти вот так вот. Понятно, они очень опасны, эти злупа. Ну, кстати, имба, да, вот, типа, вот таких монстров, типа, больших, типа, убивать. Ну, больших, не вот этих маленьких, блядь. Да, что это имба. Пошлите потихонечку, чё. Ну, давай, давай, иди сюда, блядь. Беги, беги, нахуй. Иди, иди сюда, мой. Иди сюда. Иди сюда. Ну давай, давай, давай. Ну прыгай. Ну давай, ёпта. Чел, ты сейчас серьезно, блядь? Вы чё, поумнели, что ли, резко, блядь? Не пойму, нахуй. О-о-о-о. Блядь, что нахуй? А, я не заметил, кстати. Бля. Я не заметил. Да. А, ну да. Ну понятно, блядь. Короче, ясно, блядь. Давай, давай, иди там. Ну, бежит нахуй аж. Ну, он добегался, блядь. Мальчик, нахуй. Давай, давай. До свидания, блядь. Кис, 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 блядь. Ух, блядь! Блядь, ты сейчас серьезно, чел? Блядь, они ими звуки пугают жестко. Да иди сюда, ёпта. Мальчик, нахуй. А, отсосёшь, блядь. Давай, да, попади, нахуй. А, отсосал, блядь. Все, блядь, получается. Давай, давай. А, ну, сука, ты ж продуманный, да, у нас, нахуй? Ну, вот и отсосал ты, блядь, получается. А то, блядь, смотри-ка на него, блядь. Выёбывается он еще будет у меня здесь. Так. Эти вот резкие ваши звуки, вот это да, такое. Давай, он там сейчас хуйня будет, да? Только как он там пробежит, мне интересно, блядь. Как он там пробежал, блядь. Давай, давай, иди, 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 иди сюда. Да ты серьезно, блядь? То есть, они настолько умные, что ли? Я не пойму, блядь. А, все, у меня патрон нет, что ли, на это? А, ловко, блядь. Ну, это, ну, давай я с этой хуйней ходить буду. Типа с пулеметом хотя бы. Хотя, ну, у него патронов хотя бы нормально, так много есть. Еще какая-то залупа, да, тут выскочит, блядь, как всегда, нахуй.
Ну, блядь, естественно. Да, блядь. Ну, погнали, блядь, еще, ребятки, нахуй. Погнали, блядь. Да иди ты нахуй, блядь. Блядь, даже не удивлен был, нахуй, что они там будут. А лут у тебя есть какой-нибудь? Опа, сюда, нахуй. А у тебя? А, ну ты зажравшая чмо, что ли, блядь, не пойму, нахуй. Даже лута не оставил. Ну ты, блядь, и хуйня, конечно, блядь, такая себе, блядь. Даже лута, блядь, сука, не оставил. Ебать тебя в рот, блядь. Да. Да уж. Хотя бы что-то оставил, не знаю. Сейчас вот здесь какая-то хуйня выскочит, да? Я даже буду не удивлен, нахуй, слушайте. А, ну это. Чё, блядь, где? Где нахуй? Как мне. А как? А как? И как мне туда перейти, блядь? Вопрос, нахуй. На засыпку, блядь. Все, блядь, никак? Ну ладно, блядь, я погнал обратно. Куда мне идти-то, блядь? Куда идти-то? Ну мне сюда, я понимаю, блядь. Как я тебе пройду-то тут, чел? Что надо как-то... Ну, бля, он не двигает нихуя. Эти бучи загадки, что ли, блядь? Подожди, а как? Ну подожди, тут не случайно вот эта хуйня, да? То есть мне нужно... Ты за лупу, что ли, вот так вот? Да ёпта, дай пройти-то нахуй. Ну нет. Что туда нужно сделать здесь? Непонятно вовсе. Да нет, вообще даже. А, это последние патроны даже тут? Серьезно? То 100 патрона. Давай с этой хуйней ходить хотя бы. Подожди-ка, не-не-не. Должен быть какой-то выход же. Я уверен, блядь. Ой, блядь, какой нахуй. Ну, типа, на эту хуйню навряд ли надо, типа, вот так наложить. Не, здесь, не, здесь навряд ли, блядь. А что делать-то здесь, не пойму. Как мне сюда пройти, типа? Смотри, они шевелятся из-за этого. Они из-за этого шевелятся. А. Да, чел. Ты, конечно, мастер, блядь. Ты, конечно, мастер. Подъебать. Здесь какая-то хуйня была. Алло, ты где, блядь? Я ж тебя слышал, когда что проходил. Ну ладно, погнали туда тогда. Еще. Так понимаю, лута нам никакого, в принципе, не дадут, да? Ну да, блядь, получается. Да. Че, куда нам идти-то? Туда. Ну, я так и знал, блядь. Ебать, ты что нахуй? А, ну ты опять что ли, ёпта. Побежали, чем мужик. Ой, давай, я тебя жду, блядь, ещё. Бля, патрон-то у меня нет вообще. А, он сюда не пойдет. Серьезно? А, отсосёт он, блядь. Смотри, его даже там можно видеть. Ага. Сосал?
Давай, 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 ломай, ломай, ломай. Мы же богачи, блядь. А, пошел ты нахуй, чмо, блядь. Давай, блядь. А он там какая-то хуйня еще, блядь. Эй, блядь, я тебя жду, мой сладенький. Я же тебя жду. Не-не, я тебе по спине не буду стрелять туда, нахуй. А, отсосал, блядь? Ну шо, блядь, ебанько, блядь, иди сюда, блядь. Хуйня. Ух, ебать, ты меня вынес, чел. Нормально так, 3 хпшки оставил, кстати говоря. Погнали, блядь. Иди сюда, блядь. Ну, блядь. А как мне его еще херачить? Вот этой залупой, типа? Ну, давай попробуем, блядь. Ты сейчас серьезно, блядь? Мужик. Да, просто так на тебя патроны, что ли, тратишь, мужик? Давай, давай! Ну, конечно, ладно, на него эта хуйня не действует, окей. Мужик, блядь, ну иди. Ну не обижайся, ладно, на меня, не обижайся на меня. Давай, не обижайся, блядь. А, отсосал, блядь. Я тут! Я тут! Ух, блядь, нормально так. Вот так чисто, знаете. Ну я тут же, ну я же тут. Ну что ты обижаешь? Ну не обижайся, ну все, ну. Ну повздорило все, блядь, что. Блядь, что нахуй? Он живой еще, блядь. Что, блядь? Чел? С тобой все нормально? Знаете, он сейчас еще живой был бы. Я охуел бы тогда. Да, ну, конечно, понятно. Теперь у нас такие враги будут, такие здоровые, блядь. Ну, видите, тут он даже не сложно, типа. Вот так, типа, обманываешь, и все. Спасибо за вот такие патроны нужные. Когда они уже не нужны, знаете. Чисто, блядь, бойня прошла. Так, ну, вот сюда нахуй еще перезарядим. Так, и... Вот это перезарядить. Он здесь нет, да? А это... Точно. Вот это перезарядить. Сколько патрон? 2 патрона. Ну, давай хотя бы с этим похожу еще. Так, здесь больше нет нигде лута. Бля, нету. Нету. Такое, конечно. Блять, там электричество. А, ну я понял, что с ним делать. Видимо, вот так, да? Подожди, а куда мне нужно-то? А, туда аж. Охо-хо, блядь, нихуя. Они сейчас нормально, да, так ёбнут меня? О, заебок. Давай, давай, давай. Охуенно, чел. Бать, ты мне придумал здесь квест, нахуй. Сейчас, наконец, сейчас туда там уже будем сейчас идти. Там какая-то хуйня сейчас будет, да, блядь. Как всегда, блядь. Ну, я даже не удивлен, блядь. Это чем мне с ним биться? У меня даже патрон нет почти.
Да? Да, у меня только вот... Ну, хпшки есть еще, блядь, нормально. И так сойдет, как говорится. Давай, давай, блядь. Я же знаю, блядь. Игра, блядь, давай ты не будешь мне рассказывать, да? Да, блядь, что это, блядь, только не говори, что сейчас вот эта хуйня выскочит. Я только не говорю, что тут сейчас хуйня с хвостом выскочит. Ну это пиздец будет тогда. Чел, я ж тебя слышу, блядь. Ну погнали, короче, ладно, похую в целом. Я же его слышу, вы тоже его слышите, да? Сейчас он здесь выскочит, нахуй. Это гнида, блядь. Иди ты нахуй, короче, блядь. А, или здесь и тут появится нахуй. Это такой, конечно, будет. Ух ты, блядь, да идите вы нахуй. До свидания, блядь. Пора, порадуем за учителей, нахуй. Залупа, блядь. Я здесь. Что, блядь, не нравится, нахуй, да? Когда обижаю, блядь. Ну вот, не надо. А, я этого разъебал уже. Ну ладно, блядь. Так, а, патрон даже сюда нету, прикиньте, блядь. Только патроны вот сюда. И то последний сейчас, блин. Нормально, блядь. Ой, ладно, я пошел сохраняться. Да, такое, конечно, жестко. Честно говоря, реально жестко. Потому что, ну, это, блядь, ненормальная такая хуйня. Так, ладно, погнали тогда, блядь, наверх. Только, блядь, давай ты не будешь хорошо вот это, блядь. Папу муня не делать. Хорошо, нахуй. Договорились, блядь. Я до конца сейчас ебану. Ну смотри, нахуй. Я, если шо, блядь, я тебя запомнил, блядь. Я, блядь, я, если шо, блядь, наготове, нахуй. Убираю, блядь, оружие, нахуй. Открывается лифт, блядь. Там монстр какой-нибудь. Смотри, блядь, мне нахуй. Да все, все, ладно, убрал. Куда мне, блядь? Куда? Ну, я так и знал, нахуй. Охуеть, блядь. Давай на мужика, блядь, еще. Поехали, блядь. Ты с этой хуйней давай-то не шути, нахуй мне. А то я тоже так могу. Смотри, опа, и все, и до свидания. А вот надо было раньше, понимаешь, блядь? Это чё, мразь, блядь, ебучий, нахуй. Да давай, давай, не выебывайся давай ко мне здесь. На, ёпта, блядь, отсосёшь же, блядь. Всё, до свидания, нахуй. Я с вами так не дружу, блядь. Я вот с вами тогда, блядь, не дружу, блядь. Вы мне, блядь, никто, и я вам тоже никто. До свидания, нахуй. У меня патрон вообще нет ни на что, блядь. Пиздатенько, блядь, чё. Где эту ебан, нахуй, блядь? А, мне еще и наверх нужно, прикиньте. Да, чел, может, мне дашь что-нибудь? Шо ты, ёбок, на меня смотришь, блядь? Ты мне, может, что-нибудь дашь, блядь? Потому что у меня здесь нихуя нету. Ладно, по надо лифта посмотрим. Куда мне там нужно-то, блядь, вообще, блядь? Не могу понять. Если не сюда, то куда, блядь?
А куда мне нужно это, блядь? Ля-ля-ля-ля-ля. Я ебу ваш в рот. Бля, куда? А, вот сюда, блядь. Ну, го, блядь, чё. Открывай! До свидания, ёпта. А, сосни хуйца, блядь. Шо, блядь, шо нахуй, а? Вот и не надо, блядь. А на ком мне уровень надо, блядь? Два, наверное, уровень 2, блядь, да. 3 надо, на уровень 3 мне нужно. А на уровень 3, блядь, поедем. Нет, не знаю, куда мне нужно. Блям, патрон вообще ничего, блядь. Сейчас пиздец. Ни патрон, ни хуя, блядь. В целом, блядь. Да, такое, конечно. Такое. Такое себе. Чел, ты кто? Чел, ты, блядь, кто? Говорит Темпл. Мостику конец. Не знаю, что сюда пробралось, но не собираюсь дожидаться, пока оно вернется. Я направляюсь в отсек гидропоники. Попробую найти Элизабет. А в смысле сделано с единым? Силовой резак. А в смысле сделано с... Что, блядь? Ну, дайте хотя бы такие патроны, блядь. Сделано с единым. В смысле, блядь? Ну, конечно, не сюда. Ну, что, блядь? Сделано с единым. В смысле, нахуй? Айзек, слушай. Я тут нашла медицинские отчеты. Это биорекомбинаторы. Они заражают только мертвые ткани, а потом перестраивают клетки. Инфицирование мертвых клеток – первая фаза развития вируса. Потом, похоже, они пытаются снабдить себя новой мертвечиной. Та органика, которую мы видели на стенах, она часть общей системы. Что-то вроде организма, изменяющего атмосферную среду. О, нихуя. Это жестко. Ты мне это давай-то тут. Не шути. А, вот тоже было, ну ладно. О. Патроны хотя бы для винтовки есть. Так. Такс. Сколько идет сейчас серия уже? Так. Так, так. Ну, я думал, сейчас, да, дойти до Тудова. Давайте-ка сохранимся с вами сразу. Давайте сохранимся и погнали тогда, блядь. А, да. Ну смотри, блядь. Блядь, сука. Что-то есть? Есть. Сюда давай. А, души, блядь. 10 верстак, но у нас нет узлов, да? А, нет, у нас есть узел даже. Ебать, прикиньте. У нас с вами даже есть узел. Это уже хорошо. А если у нас с вами есть узел, значит что? Значит, ну его на. Ладно, шучу. Ну, блин, я думаю, его нет смысла, да, прокачивать плазменный резак. Поэтому, ну, блин. Я думаю, давайте... Это что? А это что такое кинезис модуль? Давайте прокачивать типа воздух и этот здоровец-то. Потому что это нам пригодится 100%. Вот, оружие пока что прокачивать не готов. Не готов пока прокачивать оружие. Ну погнали, чё, блядь. Сейчас какой-нибудь уёбок будет, да? Зона нормального давления. А, серьёзно? Ну, наверное, блядь, ещё. А, ебать. Я даже нахуй не сомневался, блядь.
Блять, возьми, чел. Блять, да ты серьезно? Ты сейчас, блять, серьезно, чел? Ну вот как так? Вот почему ты как крыса действуешь, а? Вот ты мне скажи. А? Ну вот зачем? Зачем так? А? Ну вот зачем? Ай, да. Сейчас мы, наверное, сохраним, да? Отсюда начнем. А, мы отсюда начали даже. Ну это уже хорошо, ладно. Куда мне идти? Мне ж туда сразу. Ебан, блядь, здорово, нахуй. Угу. Как мне, блядь, разъебать? Я даже не знаю сам. Да ты охуел, что ли, блядь? Слышь ты, мразота, блядь. Да ты охуел, блядь. Не, это забейте, ребят. Это прям пиздец. Это прям пиздец. Ладно, давайте пройдем в эту следующую серию. И так серия длинно получилась. Не хочу сейчас на полтора часа делать видос. Честное слово. Честное слово. Поэтому... Спасибо, что посмотрели данный видос. Надеюсь, вам понравился. Надеюсь, поднял как-то настроение. Блин, игра жуткая и одновременно непонятная. Ну, в плане таких вопросов, почему, как и что тут произошло. Вот. Почему это остается до сих пор, типа, тут? И почему это... Почему этот корабль не выследили раньше? Почему не уничтожили то, что тут было? И тому подобное. Ладно, надеюсь, вам понравился видос. Ставьте лайк, колокольчик. Нажимайте тоже подписочку на канал. Для меня это реально мотивация делать что-либо дальше. Вот. А вам это, у вас это займет 5 минут времени. Вот, в принципе, все. Увидимся в следующей серии. Давайте.